Завершили борьбу и участники нетривиального хоккейного турнира, что проходил в Кемерове. Соревновались они не на коньках, а в валенках. Забава настолько пришлась по душе зрителям и спортсменам, что в этом году турнир приобрел статус международного. Из Кемерова Антон Миронов. Большую часть года Ленин на главной площади Кемерово стоит то ли в кипе, то ли в белой тюбетейке. Поэтому первый межнациональный турнир по хоккею на валенках решено было провести буквально у его ног. Царские, а затем и сталинские перемещения народов по Сибири настолько смазали границы между нациями, что большая часть кузбассовцев может выступать за любую славянскую команду. Я вообще-то белорус, хотя, честно говоря, у нас в Сибири здесь много всего намешано. У меня мама чувашка, отец белорус, соответственно, там фамилия польская, и отчество русское, имя немецкое. Мусульмане тоже жили в Сибири всегда, и на турнир заявились с большой охотой. Даже имам соборной мечети поучаствовал в турнире. Правда, в качестве зрителя. Мы выставляем несколько команд наших многонациональных, что вот кто живет у нас в нашем большом сердечном Кузбассе. Все приехали поиграть. Такая старая забава, которая пришла к лицу и тем национальностям, у кого никогда не играл, но очень нравится, очень интересно. Дальше всех в деле сближения народов пошли таджики. Ребята прямо на турнире приготовили огромный казан плова и раздали его всем желающим. Блюдо было встречено участниками с большим одобрением. Даже белорусы решили на время изменить картошки. Плев кушать будешь, да? Такой вкусный горох туда положил немножко. Баранина, ну какой баранина. Не дам, нет, иди, большой. Представители самой южной некогда Советской Республики выступили на турнире достойно. Хотя нельзя сказать, что хоккей на валенках в Таджикистане – национальный вид спорта. В финале же встретились два неожиданных соперника – сборная казахов и команда ГТРК «Кузбасс». Решающую роль в этой битве сыграл таджикский плов. Голкипер ГТРК Сергей Шилов намеренно встал к дальним от казана воротам, но жребий решил иначе. Дело в том, что, почуяв запах плова, Сергей теряет волю. В данном случае – волю к победе. Климат и просторы Сибири очень быстро дают людям понять, что дружить между нациями жизненно необходимо. А соревноваться стоит разве что на стадионе. Антон Миронов, Георгий Демкин, Вести Спорт, Кемеровская область.